Президент стал водителем и экскурсоводом. Конечно, только на время и только для дорогого гостя. Сегодня Касым-Жомарт Токаев продолжил государственный визит в Азербайджан и прибыл в город Физули. В аэропорту его встретил и сам сел за руль Ильхам Алиев. Президенты отправились в Центр детского творчества, который подарила наша страна. Сегодня центр торжественно открыли и дали ему имя великого казахского композитора Курмангаза. В центре созданы условия для внешкольного обучения 600 детей. Есть специализированные классы, кабинеты и залы для разных видов творчества, от кулинарного мастерства до веб-дизайна. Коллективу центра лидер Казахстана подарил копию дамбры Курмангазы и автобус для перевозки воспитанников. Я думаю, что данный объект, безусловно, послужит на благо укрепления всесторонних связей между нашими странами. Желаю вам успехов и процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие. Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан. Кроме Центра творчества, президентов ознакомили с генпланом развития Физули. Сейчас здесь по большей части руины, а скоро появится 38 высоток. А еще президенты осмотрели территорию строительства местной центральной больницы на 180 мест. Ее тоже должны построить казахстанские специалисты, но уже на коммерческой основе. А в завершение дня Ильхам Алиев провел для Касым-Жомарта Токаева экскурсию по городу Шуша. Это место считается колыбелью азербайджанской культуры.